И снова здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! Ну, как я и обещал, в данном видео мы с вами поговорим о деяниях армянства в русском легендарном историческом городе Ростове. Многих, наверное, удивило название видеоролика. Армянство нагибает русских генералов. Отношение к кладбищу и могилам. Вроде бы странное название, но ничего странного в этом нет. Также некоторых удивило, что в названии есть улыбки, смех над могилами. Армянское кладбище. Удивило? Не стоило удивляться, потому что мы с вами сейчас переходим сразу к тому самому видеоролику, на основании которого я и решил записать данное видео. Этот видеоролик загрузил к себе на канал Сергей Рулев. Конечно же, я поставлю ему лайк. Ужасающее впечатление создается, когда просматриваешь данное видео. Именно ужасающее. Ролик называется «На армянском кладбище бешеные бабки». Сука, ах ты, паскуда! Не мои слова, это в названии ролика. Название ролика так звучит. Ну что ж, давайте приступим. Включаем. По ходу просмотра данного видео, весь ролик мы смотреть не будем, я буду иногда перемещать ползунок, потому что нас интересуют определенные моменты, крайне важные. Начнемте с первого. Свечу на армянское кладбище. Она была до революции армянской, потом она стала пролетарским кладбищем. И вот, пожалуйста, есть это храм, куда батюшка идет. Здесь Араме, звезды армянской эстрады юмора. Ой, стоп, 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 стоп. Это, друзья, кладбище. А реклама артистов, звезды армянской эстрады и юмора. Ну, юмор вроде бы как неуместен. Обратите внимание, во дворе стоит батюшка. Возле церкви, которая находится на территории армянского кладбища. И на заборе, точнее сказать, на воротах, висит реклама о выступлении армянских юмористов. Как вы считаете, с точки зрения христианства это нормы христианства? Это нормы какой-либо другой религии, может быть? То есть, насколько же без уважения относится армянство к умершим, даже представителям своего же народа? Если я не прав, конечно же, вы можете меня поправить. Я дальше не буду сейчас останавливаться на этом моменте, мы с вами пойдемте чуть дальше. Одну секунду, одну секунду. Да, прежде чем мы продолжим, в процессе всего этого ролика он показывал очень много мусора, говоря, что за кладбищем убирают. Но подождите, убирают и сваливают все в кучу? Это тоже отношение, видимо, к могилам, к кладбищу. Посмотрите на эту мусорную кучу. Вырубают деревья, которые тоже отправляют на продажу. Посмотрите, в каком ужасающем положении находятся могилы на фоне мусора, на фоне кульков с мусором. То есть там валяется бутылка, вы сами все это видите. Это город Ростов,
Но давайте с вами сейчас продолжим просматривать данный видеоролик. Вот я сейчас вам покажу две могилы. Одна могила армянская. Вот она, посмотрите. Здесь покоится достойный человек, предприниматель. Да? Дорожка здесь. Посмотрите, какая великолепная могила. Видите, на замочке она. Вы можете посмотреть. Здесь покоится папа Романа. Фамилию называть не буду. Вот можете посмотреть, фамилию расшифровать. О, видите, да? Сынок поставил такое надгробие. Сынок директор Нахичеванского рынка в Ростове-на-Дону. Теперь скажите мне, для того, чтобы директор рынка построил такой могильный склеп для своего отца, как вы считаете, на чем он должен был заработать миллиарды? Как вот вы считаете, дорогие мои зрители? Помните, как азербайджанского предпринимателя, который тоже держал свой рынок, закрыли? А почему же сохраняют на свободе представителя уже армянства, который также держит свой рынок? И такие могилы ставят своим родителям. Такие склепы. Это не зависть, не подсчет денег. Это просто отношение. Если в России ко всем нациям относятся одинаково, то после того, как заинтересовались делами азербайджанского бизнесмена, стоило также проверить и армянского. Тем более, ярчайший пример сейчас перед вашими глазами. Но не зарабатывает глава рынка столько на законных правах, чтобы ставить отцу такой склеп. Если я не ошибаюсь. Но давайте продолжим. Давайте продолжим. Недавно его отпрыск в аварию влетел. Ну ладно, то такое дело. То есть вот она, армянская могила, да? Ну вон еще армянская могила. Вон, видите, да, армянская могила. А сейчас я вам покажу, друзья, русскую могилу. Вот она, русская могила. Свеженькая-свеженькая. Вот она, Ивановы. Посмотрите. Четверо Ивановых. Дмитрий и Дмитриевичи. Вот, проанализируйте. Включите анализ хозяйственной математической деятельности. Ну и посмотрите на... Умерла целая семья. И русская семья. И посмотрите, какую скромненькую маленькую могилку смогли им дать. И сравните теперь с тем самым армянским олигархом. С отцом армянского олигарха. Вопрос интересный поневоле возникает. Не так ли? Но давайте пойдемте дальше. Как вы понимаете, директором данного кладбища, скорее всего, является тоже представитель из армянства. Вырубая леса, не убирая мусор, убирая только вокруг, что касается именно армянских могил. В основном. Он экономит также и на работниках. Кого же нанимают в качестве работников на такое кладбище? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Едем дальше. Показываю. Да, лучше и лучше становится кладбище. Красивее и красивее становится кладбище. Ну-ка, стой. О, ах ты, паскуда. Ох ты, как здорово, а. О, сука и паскуда, бабка на меня нападает палкой. Палкой хотела ударить. Видели, да, друзья? Назвала сукой и паскудой.
То есть на этом кладбище нельзя снимать правду. Получается так. Нельзя снимать отношение, которое исходит от начальника данного кладбища в сторону русских и в сторону представителей армянства. Ну а работники содействуют в этом. И работников-то берут кого? Явно, уж простите меня, человека не столь здорового со всех точек зрения. Но этого мало. Многие сейчас опять-таки задаются вопросом: Камран, но ты же в названии твоего ролика есть такой момент, что армяне нагибают российских-русских генералов. Но мы пока этого вроде бы не видели. Сейчас вы это увидите. Идемте дальше. Здесь очень много чего есть. Меня же интересует совершенно другой момент. Давайте отсюда. На самой окраине кладбище похоронено два военных, два фронтовика, два генерал-лейтенанта гвардии Степаненко Павел. Вот он, памятник от Министерства обороны. И гвардии генерал-лейтенант танковых войск Мишулин Василий Александрович. Тоже Министерство обороны его похоронило за свой площадь. Ну, это, я думаю, уберут. Ростов, Ростов. Вот эта газета. Теперь давайте с вами Вечерний Ростов. обратим внимание. Я на этом остановлю даже вот данное видео. Обратите внимание, как убрано возле могилы армянского коммерсанта, бизнесмена, и в каком замусоренном уголке находится могила двум русским генералам, генерал-лейтенантам. И сами могилки давайте сравним. Отец представителя армянства, армянского бизнесмена, неужели его отец вложил в Ростов столько, сколько сделали для России данные два русских генерала? Фронтовика? Конечно же, нет. Ну а могилки вы можете сравнить. И в этом случае поневоле хочется задаться вопросом, а не нагибает ли армянство двух русских генералов? Покойных. Не издевательство ли это? А ведь на фоне этого армянство всегда просило у России помощи, а войны против азербайджанцев. При этом удерживая, оккупируя азербайджанские же земли. Вот такой простой вопрос. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу данное видео. В следующем видео мы продолжим говорить о ситуации в самой Армении. Именно в самой Армении. Я же на этом заканчиваю данное видео. Всем до свидания, всем пока, всегда ваш Сеидов Камран. До свидания, до свидания.